Привет, это я Блэк, и сегодня я нашел новый баг с джипом. Если кукурузу заспавнить в этом месте джипа, то тогда она будет падать на колесо и ее будет невозможно достать и выронить. Ее можно будет достать только на паузе. Ну а на этом все, всем пока. Кстати, может быть, сегодня выйдет еще одно видео.